Вашингтон признался, что обвинения против России основаны на слухах из интернета. Так, официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что администрация президента США пользуется социальными сетями, чтобы делать выводы о ситуации на Украине. Из соцсетей получены данные о том, что Россия обстреливает украинские войска со своей границы. Кроме того, на интернет-слухах основаны обвинения о том, что наши военные обучали ополченцев использовать зенитно-ракетные комплексы «Бук». Согласно некоторым сообщениям в социальных сетях, а также сведениям, которые огласила разведка, стрельба велась из российских тяжелых вооружений со стороны российской границы по украинским военнослужащим. Также у нас есть данные, что Россия перемещала тяжелую технику на Украину, в том числе зенитное оружие и комплексы «Бук», и сепаратистов учили использовать эти системы. В свою очередь, в российском МИДе заявили, что реальных доказательств своих обвинений американская сторона до сих пор не представила. Фактов и конкретики в подкреплении лживых утверждений, видимо, просто не существует, говорится в комментарии ведомства. А Вашингтон день за днем производит голословные обвинения, не гнушаясь собственным сочинительством.